Здравствуйте, я россиянин, русский. Я хочу высказаться против Путина и против войны в Украине. Во-первых, я хочу сказать, что мне очень стыдно за свою нацию, за свой народ, за то, что мы это допустили, за то, что многие из нас это поддерживают, за то, насколько мы глупые и ведемся на путинское СМИ. Я сам еще год назад, еще месяц назад, если бы меня спросили, наш ли Крым, ответил бы, Крым наш. Легитимные ли ДНР и ЛНР, я бы ответил, легитимные. Я действительно в это верил. Это очень стыдно. Это очень-очень стыдно. Мне очень за это стыдно. Я не осознавал, что все это время украинцы были правы. Что на самом деле ДНР и ЛНР там боевые буряты и боевые чеченцы и прочая гниль там воевала против украинцев. И что Россия на самом деле это использовала как предлог для атаки Украины. Теперь это все ясно. Мне очень стыдно за то, что я столько времени этого не видел. Сейчас многие русские выходят на митинги против Путина, против войны на Украине. Это замечательно, продолжайте в том же духе, ребята. Но вот как мы можем помочь Украине. Не только морально, но и материально. Послать в Украину деньги. Если у вас есть залежавшиеся 100, 50, 20 долларов, пошлите их на Украину. Помогите украинцам финансово. Каждый доллар, каждый рубль, что вы посылаете на Украину, это пуля, это граната, это бронежилет для украинского воина, чтобы он мог защитить себя, отстоять свой дом от фашизма. Ну и под конец, дорогие украинцы, пожалуйста, простите нас, русских, за то, что мы были такими слепыми, такими доверчивыми к нашему СМИ. За то, что мы учинили такое бесчеловечие в вашей стране. За Владимира Путина. Простите нас за то, что мы делали на Донбассе. Мы там были. Это очевидно. Это просто... Это ужас. Ужас.